футбол ошибок не прощает, сколько моментов не забить. Это расслабленность появилась, что игра дается слишком легко. К сожалению, счет 2-0, это очень опасно, я предупреждал об этом. Итог 2-2. У нас еще 28 игр, поэтому рисковать футболистами из одной игры – это для нас слишком большая роскошь. Ну, там доктора разбираются с ним. Вот завтра будет полная картина, что с касанием случилось.